Александру Храмцову выпала особая честь. Он первым выводит новый трамвай в рейс. За 4 года работы водителем в ТТУ мужчина успел посидеть за рулем разных моделей техники. Все они отличаются, поэтому сначала пришлось привыкать к новому трамваю во время обязательной обкатки. Масса отличий, начиная с системы управления. Тут контроль ручной, а там педали. Вот, ну, габаритами, соответственно, это играет немаловажную роль в работе на линии, так как у нас много очень участков, с автомобилями пересекаются. Обязательная обкатка нужна, чтобы водители лучше понимали возможности машины, привыкали к новому управлению и уверенно себя чувствовали за рулем. Водитель должен на нем там проехать, пробовать там основные там характеристики разгона, торможения. После того ставится отметка и водитель допущен к линии. Новые трамваи белорусского производства сегодня вышли в первый рейс. Они будут работать по маршруту 20К. Специалисты проанализировали пассажиропоток и отметили, что именно здесь необходимо увеличение количества рейсов. Новые вагоны оснащены всем для комфортного передвижения. Они низкопольные и имеют места для маломобильных граждан. Внутри есть кондиционеры и порты для зарядки гаджетов. Все эти нововведения уже успели оценить первые пассажиры. Очень хорошо то, что современная обивка, вполне все выглядит очень достойно, чисто, хорошо. Есть зарядки, то есть можно подзарядить свое устройство, когда это будет тебе удобно. Раньше, будучи студентом, возможностей таких не было в старых трамваях. Для улучшения транспортной сферы в городе не только закупают новую технику, но и модернизируют старые вагоны, улучшают их техническое наполнение. Кроме того, начинают реализовывать программу по модернизации трамвайных путей. Первым участком станут выделенные пути на улице Новосадовой. Также в последние годы для города закупили 50 новых автобусов и 22 троллейбуса. Продолжается и строительство новой станции метрополитена. Какие будут возможности, мы все их используем, чтобы привлечь финансирование в нашу транспортную отрасль, чтобы сделать поездки людей более комфортными, более удобными, и чтобы транспорт, он приносил людям радость. Всего в этом году было закуплено для города 12 новых вагонов. Как только оставшиеся доставят в Самару и они пройдут юридическую процедуру оформления, трамваи также выйдут на линию, чтобы радовать самарцев. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.